Хочешь, прыгай через канат, а хочешь, участвуй в забеге в мешках. Игры нашего двора теперь в Голицыно. Здесь нет профессиональных аниматоров, только родители с детьми. Сами организовывают и сами играют. В этом и суть проекта – оторвать подрастающее поколение от гаджетов, а взрослых вернуть ненадолго в детство. Наш проект, он очень сильно отличается от любых проводимых мероприятий в городских округах тем, что это мероприятие создают сами родители для своих детей. Они присылают заявку своего двора, они находят инициативных родителей своего двора, приглашают всех остальных родителей с детьми. И на самом мероприятии без аниматоров играют со своими детьми в наши старые СССРские игры. Проекту «Игры нашего двора» уже 5 лет. Их придумал многодетный отец Виталий Кузьмин. Создавал для своего двора. Но идея оказалась настолько удачной, что проект быстро стал городским. И вот теперь он пришел в Одинцово и на Рафаминск. Это игры на свежем воздухе. Мы просто помогаем организоваться. Это вы видели: снежный бой, перетягивание каната, прыжки через канат, прыжки в мешках, эстафета, гонки на тюбингах особенно вызывают большой интерес, когда папы и мамы с детьми на тюбингах соревнуются друг с другом. И это помогает семье весело провести время. Игры нашего двора – это не только веселые соревнования на свежем воздухе, но и горячий чай с конфетами. А самое главное – общение, в которое вовлечены и мамы, и папы. Значит, еще одна цель достигнута. Вся семья в сборе и весело проводит время. Вот так всей семьей выбраться и так собрать такую огромную компанию, команду веселых людей, которые вместе проводят время – это не знаю, кому это по силам. Наверное, только Деду Морозу, которые организовали этот праздник. И уникально тем, что много семей пришли всем составом. Мы пришли всем семьей пятером, и многие семьи также пришли, а это дружно. Следующие игры нашего двора пройдут в феврале в Одинцово. Чтобы присоединиться к проекту, достаточно проявить инициативу. Кураторы помогут организовать веселый праздник и в вашем дворе. Евгения Августина, телекомпания «Одинцово».